Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалта. Ну, как вы поняли, я пробрался все-таки в этот грузовой отсек. Я перепрыгнул багом каким-то вот эти вот коробки. И теперь я в этом грузовом отсеке. И сейчас мы будем его изучать. Да, я думаю, эта серия будет очень интересной и очень захватывающий. Жаль то, что когда я только сюда приходил, я не захватил с собой огнетушители. Так что я думаю, они нам еще пригодятся. Так. Что тут у нас? О, батареечки. Шикарно. Так, введите код от двери, да? Коды у меня были. О, как. Далек. Это жилище. Комната сканирования. Циклоп. Так, нормально. Чертежи. Загруженные данные. Коды. Заметки для себя. Код от грузового отсека 1454. Давай. Отлично, подошел кодик. Так, ну и что же тут у нас? О, сколько тут вещей-то сканировать можно будет сейчас. Все самое интересное. Обеззараженная вода. О, отлично, как раз попить надо. Так. Ну давай. Матч. New blueprint acquired. Шикарно. Давай сканировать, искать фрагмент двигателя циклопа нашел. Так. Что тут у нас еще есть? Фонарик бы мне, а то плохо видно. Еще вода. Отлично. Фонариком будет. Еще вода. Тут у нас что? Тут у нас ничего, да? Шикарно, одна вода. Так, ну ладно. Поехали дальше. Тут я все смотрел, значит. Так, спустились мы оттуда, тут все посмотрели, походили. Тут я был. Да, тут я был. Ну, пойдемте дальше вниз. Че? Могу сказать. У нас что? Я ничего сканировать не могу. Ну давай, бегаем. О, это что за рыба? Пиявки что ли какие-то? Блин, опасная рыба. Да я попал. Тебе открыть можно?
Как же мне не хватает электрического инструмента, ё-моё. А тут чё, тут нам нужна сварка. С печатанной дверь, ё-моё. Всё-таки придётся возвращаться сюда, потому что у меня недостаточно инструментов. Это плохо. Очень плохо. The drive core shielding sustained internal damage during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. О, я вот тут пройду. Отлично. Так. И что же это у нас? Warning, local radiation at maximum tolerable level. Вон где радиация-то? О, вот эта эффективность. Опа. Очень интересно. Так, надо еще походить, посмотреть. Блин, надо больше инструментов, друзья. У меня мало инструментов, я много чего сделать не могу. Вот, вот где отсеки с радиацией. Их надо починить будет. Надо будет мне еще раз как-то сюда пробраться. Короче, это очень фигово. Ладно, давайте домой. Попробуем. Попробуем хотя бы домой попасть. Надо попробовать. А что у нас тут? Явки какие-то. Плавают. Вот все нормально. Давай. Все. Профигачил. Пипец, половины инструментов нет, и я не могу ничего сделать. Ладно, хоть в ящиках порылся. А тут что? А это кто? Тут у нас что нету? Ух, пипец какой-то. Так, ты чё? Вода. Чё-то я тут расслабился. Тут рыбёхи всякие. Плавают. Давай, фигачили. Нам нужно отсюда идти. Ну-ка, чё сканировать я не смог, к сожалению. Сейчас у меня есть план. Я посмотрел в роликах, как сделать серу. Ну, точнее, как найти пещерную серу. Так, вот я отсюда вышел. Как я туда попал? Я вчера как-то вот так вот залез туда. Да это практически нереально. Короче, я буду заново потом пытаться туда залезть. Это займет до хрена времени. Ладно, давай. Пошли на базу. Все будет хорошо. Надеюсь. Сваливаем отсюда. Давай, понеслась. Все, поплыли домой. Так, ближе к воде, точнее к выходу из воды, нам же нужен кислород.
Очень выручает глайдер. Очень выручает. Так, номер 4, я тебя обследовал. Да, я номер 4 обследовал. Да. Обидно. Очень обидно. То, что у меня еще не открыт лазерный резак, но ремонтный инструмент я сделать могу. Сейчас мы поплывем за серой. Будем искать серу. Интересно, а можно было бы сделать базу на Медузе? Очень интересно. В тот момент. Так, давай-ка еще своротику. А, да, давай сплаваем на мою базу. Ну, пока еще не базу, но надеюсь, скоро будет база. У нас есть модуль эффективности двигателя от циклопа. Теперь покушать и обратно. Попить, покушать, пить, покушать, пить. Идеально. Так. Ну, пошли к рыбе камикадзе. Оказывается, в рыбе камикадзе это все дело найти можно. Сейчас поплаваем, осмотримся. Интересно, ловушка еще работает? А, ну да, работает вон. Рыба камикадзе. О, блин, подышать. Кислород. Давай еще наполни мне. Шикарно. Сегодня главное бросить рыбу камикадзе. Нигде нету рыб камикадзе. Плаваем, ищем пещерки, как я делал до этого. Это в принципе просто. Так, ты что за труба? Рыб камикадзе не обнаружена. Это не очень. Давай еще один заплыв. Так. О, приветик. Вот и моя сера. Черная сера моя. Спасибо рыбам камикадзе. Ну, ты издеваешься в такие моменты батарейки просирать. Взяла и разрядила штуковину. Так, где я там был? Тут я был, да? Отсоединился отсюда. Отлично, еще одна серая.
не так серый было тут. Идеально. Научился добывать пещерную серу. Это круто. Все, давай теперь капсулу нашу. Это, оказывается, было так просто, просто, очень просто. Искать рыбками карты. Так. Я не думал, то, что от рыбками карты столько пользы. Все, считайте, у нас есть ремонтный инструмент. Давай, заплывай. Я сейчас могу сделать инструмент. Модуль нашел. Так, ремонтный инструмент. Да, я тебе могу сделать. Идеально. Сигнальная ракета. Пещерная серая. Только посмотреть, что у меня есть. Ремонтный инструмент. Давай чинить. Broadcasting emergency dispatch message has arrived. Playing message. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Что? Ты что несешь в радио? Так это не чинит, не надо, аптечек. Всегда полно. Врежденная система. Lifeboat secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to data bank. Так, ну ладно, давай. Геологические данные. Океанская планета категории 3. Жирный Так, это все нам не нужно. Мне вон еще пещерную серу. Дофига. На что потратить пещерную серу? Так, а давай-ка... Мы пробуем доделать что-нибудь на базе. А может, и не попробуем. Так, тут я все починил. Все, в принципе, можно попробовать вернуться туда и починить там комнату, чтобы получить новые данные. Чё, как думаешь, сходим? Надо думать над этим долго. Ладно, пофиг, сходим, ставлю видео на паузу. Так, ну что ж, друзья, я опять перепрыгнул эту хрень. Еле-еле. Идемте. Делать добро. Блин. Сильно долбанулся я. Так. Тебя чинить. Давай.
отлично. Что это за место? Кого я еще? Просканировать могу. О, модуль металька. О, фрагмент металька. Фрагмент мотылька. Наконец-то. Мотылька собрал. Что-нибудь еще интересное есть? Так, ладно. Тут больше ничего интересного нет. Ничего сканировать не хочет. Так, у меня вон радио какой-то приемник. Да вот. Реакторный отсек мотыльков. Блять. Ёх. Так, давай, пошел. Сейчас устраним радиацию. Я нашел эти отсеки. Пробоин защитной блоки заделаны, обнаружено еще пробоин 10. Так. Containment breach repaired. Further breaches detected. Так, еще 9 осталось. Давай поплаваем. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. And еще, а вот еще пробоины. Давай заделать пробоины. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Блять, иди нахер. Сука. Вот противная херня. Сколько мне еще пробоин? Фу, блять, хуйня такая. Бррр. На червя больше похоже. На какого-то, чем на пиявку. Ну, хотя пиявки и черви это почти одно и то же. Но, бля, больно противный червь. Так, это все или где еще? Уровень радиации снижается. Блять, иди нахер. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Все, радиации больше нет. Давай эту штуку. Привод ядра Ауроры экранирован толстым металлическим кожухом. Так, в полном противорадиационном облучении использован. Короче, мы сделали. Да, мы смогли. А еще у меня теперь есть чертеж мотылька. Титановый слиток.
как делать титановые слитки, ё-моё. О, пласталевые слитки, вот, слитки, как делать. Энергоячейка, стекло, смазка, свинец. У меня все это есть, друзья. Только где этот одноместный мой транспорт делать? Что-то не то. Переносчик транспорта. Надо его искать. Ну, самое важное, я с радиацией справился, и все, теперь у нас будет хорошо. Ну, возьмем на всякий случай. Можем спокойно отсюда уходить. Ты, сука, я такой, иди сюда. Так. Там что за дыра? Смотри, что там за дыра. Блять. Потушись уже. Ой, ё-моё. Аптечка. Скорее аптечка. Употребить вода. Вы чё, ёбу дали? Как так-то? Прикол. Ладно. Газуем отсюда. Куда подальше. Пока у меня чувак не захотел снова жрать. Точнее, он хочет жрать. Надо быстрее добираться до базы. Потому что это жопа. Идеально то, что нашли полностью фрагменты мотылька, но мне кажется, мотылек так просто не сделаешь. Надо, скорее всего, переносчик транспорта еще искать. Ну, бля, это долго как-то. Так. Давай, 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 беги. Отлично. Все, плывем на базу скорей. На предельной возможности быстро. Че эти пиявки со мной сделали? Мне теперь... Пипец какой-то в организме, надо будет. Точно, у меня же там радиостанция моя какие-то сигналы дала. Сейчас будем плавать к сигналу. Ну, сплаваем там какой-нибудь сигнал. Давай, газуй, глайдер, давай, ты сможешь. Так, почти.
Там сейчас в этой ловушке рыб наловлено, небось. Так, немножко осталось, давай. Потерпи, прошу, не умирай от голода. Где моя ловушка? Ловушка же тут была. Блин, не умирай. Блин, у меня точно рыбы больше нет? Да вы издеваетесь. Быстрей! Спаси меня! Ты мое спасение, слышишь? Давай, давай, бегом, бегом готовить. Вообще, так, так, так. Рыба. Жареная рыба. Спаси меня. Фух, пронесло. Так, ну давай. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Сигнал. Ну все, вот и наша миссия. Проверить тут сигнал. Что же там у нас? Упал на дно рядом с пещерной системой и атакован. Сейчас посмотрим, что там. Так, у меня же ремонтный... да, строитель у меня на месте. Сейчас проверим, что тут у нас. Капсула номер 17, значит. Что это за фрагмент? О. Ой, че. Кислород из меня. Отлично. Кто вас тут похоже на змею атаковал? Я не пойму. А мужики? Так, ладно, давай быстро. КПК. Что тут еще есть? Integrating new PDA data. Тут КПК, походу. Больше ничего. Еще что-то рядом есть, но вот сейчас туда сплаваем. Такс. Тут нужен сварочный аппарат. Еще до хрена сек и фильм. А сварочного аппарата как раз у меня нет. Да, фиаско. Давай, к поверхности, скорей, а то кислород кончится.
Ну что, почитаем. КПК, загруженные данные выжившей с Авроры. Бортовой журнал КАПС-18. Журнал Ози. Первый день после крушения я не понимаю ни черта. Мне страшно, наружу не высунусь. В воде под люком тени. Нет-то камни, нет-то инопланетные твари. Какие-то непонятные пещеры рядом. Чего мы только не везли на Авроре для постройки базовых врат. Переносные сборщики транспорта, биореакторы, пропульсивные пушки, даже кинотеатр у нас был. Тренажерный зал с нулевой гравитацией и мое кафе. Как такое могло с нами случиться? Почему за мной никто не приходит? Потому что все сдохли. Так. Капсулку надо убрать из моего поля зрения. Так. Интересно, радио еще какие-нибудь сигналы сейчас даст. Блин. Мне что, все сговорилось, что ли? Ну попей. Сейчас поешь еще. Рыбки поймаю. Офигеть, сколько у меня добра, я его не положил. Тэн-тэ-дэн-тэ-дэн. Так. О, рыба. Где рыба? Рыба. Не тролль. Так вообще офигело. Иди сюда. Рыбу съел. Ну что ж, по радио пока никаких сигналов не было. Размещенный объект. Достойный контейнер. Вот переносчик, сборщик транспорта именно и может сделать мне мотылька. А пока я ничто. Пока я ничто. Так, ингредиенты на него неизвестны. Так, это у меня все на хранение, на базу. Все идеально, можно... Идти. Ко мне на базу то. И сейчас опять жрать хочет, ё-моё. Он заколебал. Так. Давай еще раз поедим. А с тобой я что, рыбу не съел, ё-моё. Так. Вот я... разбушевался, даже забыл, что хотел сделать. Так. Жилище.
Модули серо-серо-серо-серо-серо. Слиток. Так. Надо еще сделать шкафчик. Что я могу сделать? О, что я могу сделать? Новенькое. Так, идеально, шкаф есть. Очень хорошо, прям безумно хорошо. Погоди, а у меня стекло было. Так, ладно, пофиг с этим стеклом, со всем остальным. Освещение мне пока тут и не нужно. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутем Паут. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем удачи, всем пока.